Самый трогательный момент этой зимы мирового спорта произошел на глазах 50 тысяч зрителей на знаменитой Велтинс-арене в немецком Гельсенхирхене и многомиллионной телевизионной аудитории. Дарья Домрачева, некогда растопившая сердце Ули Эйнер Бьёрндалена, сегодня повторила похожий трюк. Так красиво прощаются с профессиональным спортом действительно легендарные спортсмены. Именно в подобном антураже началась сегодня традиционная рождественская гонка легенд биатлона. Всем привет! И я надеюсь, что все вместе сегодня мы сможем подарить вам незабываемые эмоции. Подобный перформанс мог бы затмить результат, если бы не достижение белорусско-норвежского дуэта. В первой гонке, которая прошла в необычном формате эстафеты и масс-старта, Дарья Домрачева и Ули Эйнер Бьёрндален обошли многих титулованных действующих атлетов, выиграв бронзовую медаль. И уже буквально считанные минуты остаются до начала гонки преследования. Домрачева и Бьёрндален отправятся на дистанцию спустя всего 6 секунд после лидеров итальянского дуэта Хофер-Вирер. Прямая трансляция на Беларусь 5 в 21:25.